Всем привет. Вот и произошла встреча двух триммеров. Это два поколения, наверное. Один старичок 2006 года и верт новый, куплен летом этого года. Но немножко хотелось бы рассказать не о них, а рассказать вот о дисках, которыми мы косим. Вот этот диск косил всего лишь один раз. Это было в Кирове. Вот все, что отмечено маркером, это отсутствие победита, если его так можно назвать. Вот такая форма зуба, ну, отвратительней, наверное, придумать нельзя. Может быть, она и хороша, если соответствующий металл напаян. Но в этом диске конкретно это нечто. Причем косилась просто трава, а один раз попалась стоечка под этот, огорожен был куст смородины, там сосновый пенек. Не пенек, а тычка сосновая. И шоркнулась по ней. Все, остальная трава. Что с ним стало? И вот этот диск, который стоял на старичке. Брайс, что ли, его название. Вот здесь мы видим, всего отсутствует два зуба. Победит. Но он видел акацию. Он видел дуб, он видел камни, он видел пни ореховые. Он что только не видел. Булыжники. Им косили год. И в таком диком режиме бурьян, я не знаю, он должен был, если этот, он бы просто, наверное, стерся в корень. Вот. И поэтому, если кто-то хочет, ни в коем случае вот такую форму зуба, даже пусть она будет какой-то там знаменитой фирмы, я не возьму. И вот купил для взамен этому 255-й Брайт, абсолютно новый. Поставим на новую и будем работать. Вот такое сравнение. Может быть, кому-то будет интересно и полезно. Ну, а старичок у нас теперь будет работать только с леской, с триммерной головкой в таком щадящем режиме.